так и вниз. Похихикать можно. You're the only one I can talk to. 10:22. Привет, друзья, с вами Таня Старикова. И, наконец-то, влог. Никого нет дома, Миша уехал уже на работу. Лев у Мишиных родителей. Сейчас я поеду... Чего еще? Сейчас я поеду на фотосессию. Меня позвали поучаствовать в проекте таком городском перед городским фестивалем. Буду сфотографировать несколько людей. И, естественно, ну, пожалуйста. И, естественно, сегодня все еще ужасная погода, а нам нужно будет сниматься на улице. Таня, оденься так, чтобы можно было снять бретельки. 10 градусов тепла на улице. Я даже почти не опоздала. Can the look in the mirror be simple and free? Don't they set the lights? Can the feeling that's different be able to breathe without headlights? Тут уже, короче, куча народа. Лера. Лера будет меня сейчас красить. Вот мы будем делать... И вот к этому я бы стремилась, конечно. Из меня вот эту женщину. Мама, привет, меня покажу по телевизору. Ой, какие вообще штуки. Пожалуйста. Кать, смотри, у нас за пара. Я тебе что предлагаю? Можешь пересесть? Да. Нет, не могу. Я не пересесть. Все, мы свободны. Они, короче, прислали новую модель светильника. Кипятильник, он в углу, он там виден. Светильник, кипятильник. Мы отпили его все. Короче, мы в пятый раз уже пытаемся попить чай, потому что просто поставить теперь чайник у нас невозможно, это слишком весело. Давай мы будем пить чай просто. Мне теперь чайник смс-ки шлет. Миша, с тобой невозможно. Пока вскипает, то есть вот он начинает греть воду, он синий. Это история не про чайник, если вы поняли, это история про то, что у меня муж... У него подсветка к красным горит. Ну, то есть... Прикол в том, что у этого чайника есть приложение, и ты можешь управлять чайником в приложении. Если что, я разобрался, как включить микрофон, и он будет менять цвет под музыку. А покажи. Он с криптонита как относится? Я для тебя кактус. Даш, а ты чем можешь похвастаться вообще, скажи? Ты умеешь что-нибудь делать по приложению? Последнее, что, в чем я разобрался, как включить воду, собственно. Нажимаю кнопку. И погнали. Крутяк вообще. И еще можно поставить поддержание, мы пока еще не пользуемся, да? А че, в чем прикол? Ты можешь включить... Отсюда, либо с приложения, и он будет поддерживать связанную температуру. Там даже игры есть. Да, там... А какая ягодка такого цвета? Вот такая. Нет, вот такая. Вот голубенька, конечно. Правильно! Я нажму на кнопку. Можно, пожалуйста, принеси молоко. Еще ты могла воспользоваться приложением «Муж». Муж не только может разобраться с чайником и включать его вам, он еще может. Кидаться игрушками. Ой, а можно воспользоваться приложением «Муж»? Принеси мне, пожалуйста, молоко. Нет такой функции в приложении «Муж». Надо скачать обновление. Как? Я тебе сегодня расскажу. Сейчас я вас пущу немножечко за кулисы. Буду снимать видео для Skyeng. И... Что за звук? А! Это я Мерлин закрыла, потому что вы сказали, что ее слишком много было в прошлом видео, поэтому... Блин, жесть какая-то, не правда считаю, что я буду здесь сидеть? Блин, причем я реально не понимаю, что я сделала не так-то вообще? Короче, не суть. Видео для Skyeng. Давайте снимать со мной. Если вдруг кто-то из вас не знает, я снимаю видео для другого канала, для канала онлайн-школы английского языка Skyeng. Сейчас я вам все расскажу, как это все происходит. Это типа отражатель.
Это Миша. Вот, уже лучше. Звук. Ну что? Готово? Начинаем. Все, я все досняла. Еду за Львом забирать его домой. Везу ему новый комбинезон. Такой же, как у меня. Так что поехали, я вам сейчас покажу, как он обитает по выходным. И еще! Я даже не знаю, как сказать. Это прекрасная новость. У меня на канале вот прям вот, вот здесь вот 50 тысяч подписчиков. Господи, божечки, мой юбилей. Я не знаю, как мы сейчас будем с вами это отмечать. Но как-нибудь отмечать точно надо. Приехали! Здрасте! А где младший помощник? Ужинает? Тук-тук! Привет! Пальто снимать скажи. Надо? Да, на, возьми пчелку. Картошки. Спасибо. А домой поедешь? Нет. Нет? Лев, Миме, ты скажи пока. Кто-то ушел мимо. Ты со всеми прощаешься? Скажи всем пока. Еще одной темной ночью каждый твой вдох и каждый твой выдох кричит об одной. За тобой? Давай, куда? Туда, беги. Что это, Лев? Опа. Река. Это любовь. Я опять на районе потерял себя в одну из дворов. Ты опять мне трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров. Лев, мы не пойдем по той лестнице подниматься, Лев. Нет, Лев. У тебя мама не марафонит жену. Мама устала, Лев. Мама хочет домой. Давай руку. Пойдем домой. Красиво? Очень. Живи еще хоть четверть. Рика? Все будет. Так. Исхода. Так, Боря, вот трогать нельзя. Горячо. It's all about the mistakes. How you did them well. Загадывай, желаю. Загадывай миллион. Миллион. Будешь со мной задувать? Давай, дуй со мной, вот как ветер. Как ветер дует, Лев. Вот, Лёва сильнее всех задул. Ладно, тут уж праздник. Я решила, что нужно Мерлин дать немножечко праздника. В конце концов, она и есть праздник. Мерлин. А где она? Я опять на районе потерял себя в одном из дворов. Я нет. Ты опять не трезвонишь, чтобы знать, что я жив и здоров.